Скарыш, ты на лестнице самолета? Тут ничего бы, тут бы ничего не... Сиди там быстро и смотри в сторону разрушенной конструкции. А где она? О, господи, там... Где она? Что там, метеорит летающий? А, ой, а что это? Жители Урала этим утром взбудоражили странные взрывы и вспышки в небе в Челябинской области. Во многих домах повылетали стекла. Очевидцы говорят о падении на землю некого горящего объекта, который был похож на светящийся шар. Сначала было предположение, что на высоте в несколько тысяч метров взорвался самолет. Но вскоре в МЧС объявили, это падение метеорита. Он прошел от Казахстана через юг Тюменской области до Курганской и Свердловской областей. При прохождении через верхние слои атмосферы космический объект предположительно распался на несколько частей. В Министерстве чрезвычайных ситуаций рекомендовали забрать детей из школ и не выходить из дома. Сообщается об эвакуации челябинцев из зданий. Идет обследование территории. О, господи, нифига, тут щель еще меньше стала. Не, без вариантов. Такой мимо пролетел. Ну нахуй. Она, мне кажется, меньше стала. А, ну там просто всякие ошмерки торчат. Мне кажется, что кирсанчик... Ты от третьего или от первого лица, Наташа? Что? Ты от первого или от третьего лица пытался пролететь? От первого, конечно. От третьего тут в жизни никогда не пролетишь, блядь. Просто я пытался практически возле дырки повернуть, естественно. О! Пролетел! И ухерачился уже потом. Ну сейчас, да, я не вытянул его. Но пролетел. Ну, да. Он настолько маленький, что я сделал это. Ну так сейчас я попробую на Солярисе. Приближаюсь. Так, скажешь, ты где? Я с другой стороны просто переснимаю этой штуки. С какой с другой стороны? Я близко. Ну блин, не с моря, а с против... Вот я вижу, кто-то летит. Это я. Это не я. Я еду. Так, я слежу за Неточем. Он на тебя летит или от тебя, скажешь? На меня. Е, пролетел. Эх, нет. Пролетел, но потом его задел это там. Ой, оно ушло, все. Это красиво. Я снял это, парни, это красиво. Да. Снижает 220, да, даже меньше. Все, сейчас должно быть все идеально вообще, я не знаю. Беру на тебя. Давай на меня, я в твою сторону. Вот. Ну, если сейчас не получится, надо, я не знаю. Да блин. Ну. Есть. Жалко, что так далеко. Если бы были пониже, было бы идеально. Улетел просто чей-то трупик улетел реально. Да, и два самолета так. Чувак 8. Один летит, вот одного вижу. Стархом. 250 скорость, снижаю еще чуть. Вот. А вон Наточ слева от меня. Да, я в него доворачиваю. Где Наточ? Вон. Есть! Вот этот кадр! У-ху! Сразу получилось. Вот это я понимаю. Я должен отдать им память. Дэн, отдай тоже им честь напоследок. С первого раза, да. При этом, ты знаешь, я взял уже так поворот и хотел тебе сказать, ну все, надежда на тебя, потому что... Ну вот это я понимаю. Beats.